Дорогие друзья, с вами интересные гости в программе «Жизнь в призвании». Интересно, что оно открывается не только людям, которые уже седовласые, которые уже прожили всю жизнь. Предназначение и призвание открывается порой буквально с молодых лет. И у нас в программе сегодня молодая чета, молодая пара, молодые люди – Денис и Кристина Феоктистовы. Мне очень приятно их знать, общаться с ними, молиться с ними. И мне очень хочется, чтобы вы узнали историю их жизни, их призвания, их посвящения. Я верю, что это обогатит и вашу жизнь, и ваше хождение с Богом, потому что это действительно большой и яркий, и интересный опыт. Денис и Кристина Феоктистовы – служители церкви 21 века. Денис является директором креативного агентства «Свыше», ведущие прямых эфиров на телеканале ТБН. Кристина активно помогает Денису в служении. Они вместе участвуют в различных конференциях, работают с молодежью, развивают домашние группы. Денис и Кристина живут в Петербурге, воспитывают дочь. Хочется услышать ваше мнение. Вам еще, по-моему, нет. Сколько вам лет вообще? Расскажите. Мне 28. Мне 24. Вот, вам нет еще 30 лет. И тем не менее, вы уже определились как-то так вот с направлением в жизни. Я знаю, что у вас еще будет много приключений. Но чем вы сейчас занимаетесь? Что у вас происходит? Ну, у нас на самом деле много чего происходит. Да? И телеканал ТБН тоже занимает здесь особенное место, особенную роль играет. Мы служим в церкви 21 века, вот, как молодежный служитель, ну, как служитель домашних групп, да, то есть я проповедую тоже и на воскресных собраниях, Кристина на молодежных тоже периодически, вот, плюс мы участвуем в пасторском совете, помогаем какие-то вопросы решать, которые касаются там отчасти, там, может быть, медиа и каких-то других там нюансов, вот, воспитываем маленькую дочечку у нас, ей скоро 9 месяцев будет, долгожданная наша, вот. И также вот я работаю сейчас, у меня есть креативное агентство, Кристина мне помогает в его... Ты директор генеральный, и он же основатель, да, да, все и верно. Он же главный ответственный. Все верно, да, то есть это был такой тоже призыв Божий, чтобы это основать. Вот, и сейчас вот 2 года было 15 марта агентство, оно называется «Свыше». Вот, и ребята работают у нас верующие. Вся команда. Клиенты христиане. Не удивляются, потому что вашими клиентами являются и неверующие люди, я конечно. Так понимаю, да? И даже большая часть в основном, да. Ну да, 95% это просто мирские люди, да. И очень забавно звучит, когда они говорят, что мне там в телефоне записывают, мне там Александр Свыше, там, знаете, или кто-нибудь там. Мне помогли Свыше. Да, да, да. И вот мы на этом фоне очень классно выстраиваем коммуникацию, такую игру слов, что нужно креатив Свыше мы там делаем, да, и что нужно обращать за помощью Свыше, типа к нам. Ну, в общем, вот, то есть это приносит такой какой-то юмор, да, при всем при этом, но и дает позиционирование нам, да, то есть и наша миссия – это мы свет миру, и мы должны светить через нашу профессию, через нашу работу, вот. Поэтому это то, чем мы вот сейчас занимаемся. А скажи, пожалуйста, вот это название, наверное, вам пришло все-таки действительно свыше. Да, да, так и было. Я это очень отчетливо помню, потому что я видел вокруг себя, как называют различные компании, очень часто в честь там, своего имени называют и так далее. Я шел и говорю, Господь, я так не хочу называться как-то там со своим именем, потому что до этого мы один проект делали с Кристиной, назвали его «Фео Филмс». Вот, мы там снимали корпоративные, короткометражки там, и так далее, то есть видеопродакшеном занимались. А я говорю, сейчас я не хочу этого, вот хочется, чтобы просто ты дал название свыше, чтобы вот оно прям пришло от тебя, чтобы вот оно было свыше. И меня Бог так останавливает, так вот оно название свыше. И я как бы, ну, это как озарение, то есть такая радость пришла, я понял, что вот это на самом деле вот то, что нужно, оно характеризует откуда, как, для кого, каким образом? Каким образом, то есть вот все в этом странном названии, то есть это несуществительное, это да, ну, то есть действительно странно, оно цепляет. Да. Но все-таки вот люди реагируют положительно, их да. не удивляет, что да. вот так вот странно, свыше. Да. Да? Ну, потому что это креативное агентство, наверное, если бы
мы были, там, я не знаю, производителями бетона, может быть, это было странно, что бетон свыше. Как бы, а если это идея, они приходят свыше, люди как бы, ну, это нормально ложится на менталитет, что ли, как-то так. Да. Вот интересно, что у вас действительно креативное агентство, и это реальный креатив, потому что как бы вы продаете идеи, да. Вы как бы... И оно действительно, эта идея должна родиться. То есть это вот полный страх и риск, как бы. То есть, да. Как ты можешь увлечь человека просто какими-то идеями? Причем каждый раз это должны быть разные идеи. Но в целом, как вы описываете ваши задачи как креативного агентства? То есть вы проводите мероприятия или придумываете оформление, или что это такое? Ну, если вкратце совсем, то есть 4 основных направления. Это организация мероприятий, это дизайн, в том числе и графический, и 3D-дизайн и так далее. Это медиа, в это мы включаем и видеопроизводство, и разработку мобильных приложений, сайтов и так далее. Вот. И разные нестандартные решения, там 3D-мэппинг, там, с голограммами у меня проекты кое-какие были, там, ну, в общем, нестандартные. И мы называем это креативная фабрика свыше, это производство различных арт-объектов, декораций. Мы много работаем с торговыми центрами, делаем для них навигацию, стойку информации, ну, в общем, такие вот нюансы. То есть вы какое-то просто мультизадачное агентство, это просто нереально, чтобы вы и производили декорации, и производили пиар, и как бы сами мероприятия организуют. Как это возможно? Я не понимаю. Как? Только свыше. Ну, знаете, просто Господь реально, он усматривает, и когда проекты какие-то сложные, ты еще больше чувствуешь руку Божию. Потому что вот вообще, в принципе, специальность там, организатора мероприятия, она входит в топ самых стрессовых специальностей мира вообще. Идет после пожарника, по-моему, или диспетчера авиасообщений, что-то такое. Вот, ну, потому что очень много вводных, очень много различных кусочков пазлов, которые должны вот в одно время, в одном месте сойтись идеально. И очень много вещей, которые просто от тебя могут не зависеть. Неважно, насколько ты профессионал, просто может... Погода испортится, я не знаю, какая-то авария произойдет, ведущий не вовремя приедет, еще что-то. То есть есть очень много нюансов, которые вот просто нужно, чтобы Бог это все сложил воедино. Вот, Поэтому это только свыше. Вот, Август и вся слава ему. Да. Но все-таки это работает. Я хочу еще, знаешь, какой момент поднять, что мне очень тоже понравилось в вас, помимо в целом как бы высокоэтичности, талантливости, что вы очень ответственные ребята, вы очень... осознанно тоже подходите к образованию. И мне бы хотелось, чтобы наши зрители тоже понимали, что Бог дает, безусловно, таланты людям и много разных. И это просто здорово, когда люди не зацикливаются на самом деле только вот в одной стезе. Я актер, и я вот родился актером, я умру актером и больше никем в жизни. Мне было очень интересно увидеть, что там какие-то актеры работают психотерапевтами, там на самом деле состоявшиеся действительно вот в жизни. Там вот в Израиле полно действительно людей, которые и художники, и писатели, вот все в одном, на самом деле. И не то чтобы, конечно, они Лев Толстой, но очень талантливые люди, все делают хорошо, действительно. Они могут так, и в этом они счастливы. Но вот вы, готовясь вот к тому, чтобы состояться в жизни, вы учились за плечами даже не одно образование. Расскажи, пожалуйста, Денис, об этом немножко ты и Кристина. Ну, для начала хочу сказать, что для нас важно образование. Мы это решили в жизни, что мы получим не только из-за того, чтобы иметь там корочку или еще что-то, но чтобы иметь целостность мышления вообще, да. И для нас было важно выбрать образование, которое будет помогать нашему призванию или нашему пути в жизни, потому что бывает так, что мы общаемся много с молодежью, кто-то заканчивает на медсестру, но ему вообще это не нравится и задается вопросом, надо или нет заканчивать, да. Мы как раз-таки хотели получить у Бога именно ответ, куда идти учиться, чтобы это не было потраченными годами, вот. И в наших историях как раз-таки тоже Господь так очень свою руку приложил, чтобы мы были на том месте, где мы были, и я получила образование продюсера кино и телевидения. В Петербурге здесь? Да, здесь, в Петербурге, в экономическом университете. А до этого я проходила еще год курса журналистики. Вот, у Дениса тоже такое есть. Ну, я еще чуть-чуть добавлю просто про Кристину, что
такая рука была Божья вот на этом, потому что был ряд возможностей, куда поступить, и она много куда подавала, а у нас это как раз накануне свадьбы было. И мы понимали, что сейчас нужно вот решить здесь и сейчас, потому что результаты придут только на следующий день после нашей свадьбы, вот от других вузов. И я проснулся с мыслью, просто звенящей головой, Кристина, говорю, а вот какой есть еще вуз, где вот есть платно, что ты куда подавала и так далее. И она называет только вот эту одну специальность, а она мне больше всего нравилась. И она звонит туда, и мы выясняем, что именно в этот день был последний, это последний день, когда можно было приехать, как бы оплатить там, и по результатам, в общем, пройти и поступить. И вот мы это все сделали, и пазлы сошлись, и это просто было, ну, тоже такое прям божье водительство, да. Вот, а у меня было так, мы приехали поступать, вместе с мамой я приехал в Питер. Я вообще хотел поступить в РХГА на антиковедение и медиевистику. Вот. Ну, мне нравилась история, и как-то, я не знаю, это очень... То есть, что такое медиевистика? Медиевистика – это средние века, то есть это античность middle, и средние века. Да. Вот, и когда я туда, в принципе, поступил, уже все экзамены сдал, все, и спускался, по-моему, в лифте или что-то такое, а там, кто был, знает, там лифт на одного человека, и он просто закрывается, у меня ощущение, что меня в гробик вот так вот... Замуровали. То есть, не то, что у меня была клаустрофобия, я просто внутри понял, что мне почему-то вот на тот момент, когда вот молодой парень, на 16 лет, еще куча всего бурлит в голове, да, идеи, амбиции, все... А там мне какая-то такая серость показалась, то есть мне как-то так было скучно там, то есть несмотря на то, что я все получил, все хорошие оценки, все нормально, вот. И мама, видимо, чувствовала это, она сказала, наверное, вечером уже, говорит, ну все, ты доволен, все здорово, ты классно тебе, и то есть она так понимает, что нет, и так спрашивает, знаете. Провоцирует. Я такой, нет, она говорит. А что хочешь? Говорит, давай быстро. И мы начали просто справочник этот листать. Вот. И я увидел там университет культуры и искусств и музыкальный менеджмент, продюсирование. Или даже там сложная специальность называлась, музыкальный менеджмент и продюсер в сфере кино и телевидения. Нет, как же она называлась-то? Менеджмент в сфере культуры и искусств. Вот так это называлось. Вот. И я посмотрел, из чего состоит специальность, и меня очень зацепило. Я понял, что я, в принципе, переезжаю как вместе с группой со своей музыкальной в Питер. И это вообще все очень классно складывается. И, в общем, я очень быстро поступил, пришел туда и прям понял, что это мое место. А потом ты еще, закончив вот этот университет, ты поступил еще в университет? Я параллельно получил дополнительное образование как экскурсовод. Потому что мне хотелось интегрироваться в петербургскую среду, да, парень из провинции приехал, и тут все такие умные, мне хотелось тоже, вот, чтобы быть своим. А потом у меня была аспирантура в СПбГУ на мировой экономике, вот, и диссертация была посвящена тоже креативной экономике, собственно, да. Колоссально, вот, молодые люди, они все успели отучиться, ты за сколько лет вот закончил все свои образования? Ну, получается, если говорить выше, то 9 лет суммарно. 9 лет человек учился, но я хочу сказать... С уверенностью, не проговаривая это заранее с Денисом, что, видя его кипучую деятельность до, он продолжал работать и вот с музыкальной группой, и служить в церкви, и учиться. Я не знаю, как ты мог это успевать. Я сам еще успел. И женился. И вообще колоссально. Но я хочу просто, чтобы пример этой молодой семьи зажигал вас и касался вас, потому что Бог дает столько возможностей, и Он ведет вас и в сфере выбора образования, и в сфере выбора мужа, жены, или помогает вам принять правильное решение, если вам нужно подождать, дает силы подождать, дает силы пройти через какие-то испытания. И, в общем-то, приятно видеть, что вы сияете, что глаза у вас светятся, что вы счастливы в том, что вы делаете. Что бы вы хотели вот, сказать нашим зрителям, людям, которые ищут свое призвание? Вот в целом, несмотря на образование, на то, чем вы занимаетесь, как вы думаете, в чем вообще призвание, из чего оно состоит, в чем ваше призвание? Ну, для начала мы хотим, конечно, сказать о том, что для христианина первое призвание – это следовать за Иисусом. И когда ты избираешь это, Господь тебе дальше дает еще какие-то попутные, да, призвания. Вот. А также ищите и найдете, Господь говорит. И для меня очень важное место – это «Воззови ко мне, и я покажу тебе великое и недоступное». Да? И я просто знаю, что если мы будем взывать Богу и просить у Него, чтобы Он открыл это великое и недоступное, потому что для каждого у Него это есть, Он обязательно ответит и направит. И также по нашей жизни мы
выделяем то, что Бог дает какие-то сезоны, какие-то этапы. Это не значит, что мы все время на одном месте, но Господь тоже, как вы говорили, мультик, какие-то, да, навыки есть, потому что Господь в это время тебя учит этому, в это этому, но из этого всего складывается такая картина жизни, которая является одним целым вот призванием. И также и мы в разных вообще этапах и временах проходили какие-то новые моменты, да. Да, и мы просто хочу сказать, что призвание — это не просто там рисовать, танцевать или там петь, потому что вот это следование за Иисусом, как бы он сам Иисус есть путь. И когда мы идем, это не значит, что мы, знаете, идем, и у нас вокруг все время одна и та же картина. То есть мы идем, и серые стены вокруг. То есть оно все меняется, меняется настроение, меняется погода, меняется общество. То есть Бог постоянно что-то производит. И вот это как бы перманентное единственное призвание, которое не меняется, это следовать за ним. Потому что когда у меня была музыкальная группа, мне казалось, что это мое призвание. Все. Но в 2010 году Бог мне сказал: все. Заканчивая с этим. Я вообще не понимал, почему. Потому что мы только выпустили второй альбом, нужно было ехать в тур, нужно было в поддержку альбома. Вот самое горячее время, нужно играть. Бог говорит: все, оставляй. И мне это было очень, у меня сердце разрывалось, потому что меня все в городе знали как Денис Сион. То есть это было вот так. И дальше Бог в одну повел, в другую повел. И я вижу, что на самом деле вот эти сезоны были. И еще что хочу сказать для молодых пар. Очень важно получить призвание для своей семьи. И вообще, когда начинаешь уже общаться, встречаться, иметь в виду, что есть призвание для семьи у Бога. И когда мы женились, уехали в свадебное путешествие и вернулись, естественно, надо было очень много всего покупать для дома и так далее, не было ни посуды, ничего, но мы поняли, что нет, мы сейчас едем, у нас вся церковь в молодежном лагере, мы едем туда, а потом уже все бытовые дела. И мы поехали, и там был как раз Сергей Лукьянов. И я взял Кристину, говорю: Кристина, все, пойдем, у Сергея есть слово для нас. Вот. Я хочу, говорю, получить вот это призвание для семьи, пророческое слово. Мы подошли к нему, сказали: Сергей, я говорю, я верю, что у вас есть слово для нас, вот для нашей семьи. Он такой, говорит, посмотрел на нас: нету. В смысле? Честно? Да-да-да, да, должно быть. Вот, он такой сделал небольшую паузу, такой: о-о. Есть! В общем, начал за нас молиться, пророчествовать. И он очень много вещей сказал, которые до сих пор являются фундаментом для нашей жизни. Он сказал о том, что мы священническая семья. Он сказал о том, что у нас есть именно связанное призвание, совместное. Он говорил о том, чтобы я слушал свою жену. Вот. Хорошо, что ты это услышал, да, Кристина? И, в общем, такие вещи, которые для нас очень важны были. Буквально через месяц я начал домашнюю группу, через год Кристина начала домашнюю группу. Мы увидели, что мы как священническая семья, то есть наш дом, он стал местом, где люди встречаются тоже с Богом. И до сих пор мы видим, что и на ТБН нас позвали вдвоем, и на конференции нас часто зовут вдвоем, и несколько пророков нам еще раз подтверждали, что у нас связанное призвание. Вот. И вот это очень важно. То есть, если человек имеет в виду вообще эту мысль, что на его семье есть общее призвание, он не будет думать даже о том, что, ой, может быть, с неверующей начать общаться или еще что-то. Какое будет призвание, если вообще как бы разное мышление у вас, разные ценности? Вот. Аллилуйя. И я думаю, что это, ну вот, последнее все-таки пожелание такое, или, может быть, даже молитва за наших зрителей, тех, кто размышляет о пути призвания. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты Бог, который не хочет в тайне все это держать, Ты, который открывает тем, кто ищет. И мы молимся, Господь, благослови всех телезрителей, которые сейчас в поиске Божьем. Пусть они вас зовут, а Ты ответишь им, Господь. Покажешь им великое и недоступное, то, чего они не знают. Молюсь, чтобы Твой голос звучал звонко, ярко, Господь, и чтобы Ты учил телезрителей и нас тоже, Господь, еще более быть чуткими к Твоему голосу, еще более смелыми, чтобы слушаться Его, Господь, и еще более дерзновенными, чтобы идти, невзирая ни на что, за Тобою. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Будьте в поиске Божьего голоса, потому что Он приведет вас самыми важными, самыми нужными путями. Он приведет в вашу жизнь нужных людей. И самое главное, Он откроет ваше сердце и наполнит вас радостью, наполнит вас творчеством, даст вам силу исполнить мечты, пожелания, цели, открыть дары. Будьте благословенны. Это была «Жизнь призвания» с Денисом и Кристиной Феоктистовыми.